Ну, а мне противник, я, конечно, попытаюсь. Там тигр слева. Справа у тебя актер. Убил. Давай чуть правее просто угол возьмем. Вас просто не снимает взгляда. Даю туда гранаты к дому. Вот сколько ему надо. Эх, ты успел мне поставить. Все, он обиделся на меня. Там походу мехвод вылез, я его коцнул. Один мехвод точно минус. Фуражки такой. Блять! Он без гусли, крутится без гусли. Да-да-да-да. А что с ним сделать можно обычному пехотинцу? Ничего. Блять. Покричи ему в дуло что-нибудь. Хандехох, покричи ему в дуло. Я офигеть, его на куски, смотрите, разнесло. А чё, он какой-то этим, типа, шахидом, что ли? Вот он такой. Ну, в упор просто выстрелил с гранатомета. А, в упор выстрелил? Руку оторвало, там весь крови. Угу. Герой вообще. Вот как Майк надо стрелять. 8 выстрелил. Ну, сам унес и на куски. Не, что-то снайперки они поломали. У него так сетка прицельная дергается, просто вот так из стороны в сторону, так как будто у тебя руки трясутся, блин, прям вот. Это мандраж такой. Американская, это именно на американской. Вообще она божественная. Что, даже не могу выстрелить, потому что он влево-вправо у меня прыгает, но. Где-то там же заметно. Давайте, бегите вперед. Я ж медик. Да, я сахар стопаю. Давай, давай, шнеля. Если медленно бегут, лопаты из грибов. Ага. Давай вперед. Не надо начать. Пулемет тяжелый. Походу нет. Да, враг, враг, враг. Вот он. Вот встал здесь. Но он живой. Ярче, лежи. Ой, хорош челик. Я как раз сейчас поднял челика с трубой, и он-то танк выбил. Просто в тайминг. Передо мной трое было, убил. Снайпера, помню, щелкал хорошенечко. Снайпер, да. Ох, ядрич, поехали, блин. Ложись. Давай, вперед! Кричите, кричите. Дымы, 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 сразу. О, накидочка пошла. Теряем бойцов. О, вот это полетели. Да погоди, вроде пошло. Где мы? Левее, правее идем так. Куда вы все растянулись как-то?
долбим наперед. Еще есть? Нет. Сейчас расстроиться, надо бежать. Давай, пойдем, пойдем. Беги, если что, тебя порезаю. Все, нашел снайпер. Через дымы пробуй проходить. Да, вот он. А у меня всего много. И они лежат прямо. Да, 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 вижу. Там еще низинка там какая-то, их типа вообще им там удобно. Блин. Они дымы простреливают. Мало. Да, вон северный надо появляться. Стол убьется. Я где-то... Ага, все, я вижу. Так, ну все, я здесь. Едрить у них арт... Слушай, сплэш-то у этой арты капец ебанический. Да. Надо правее, походу, отходить. Не ходите туда, не ходите. Да там же правее. Все. Они, походу, пристреляют. Еще один назад. Левее пробуйте обходить, левее его. Гарнизон слева. Вот мне сейчас на голову и упала. Я вас предупреждал. Нет, ну, а там многие чьи-то только полетели у вас. Зашибись. Шайтан, а как вот смотри, вот я взяла эту аптечку, да? Ну. А, надо морфином. Все, я поняла. Да, морфином. Аптечкой потом хилишь себя или кого-то. Нет, не ближняя синяя, дальняя синяя от меня линия. Так, господи, кто этот прицел делает? Руки бы ему оторвать. Давай, давай, давай. Сейчас тебя скорректирую. Тигр вообще похер, он просто всех с трех труб моего шатает. Я не могу, мне надо. Ой, хорошо. Только чуть-чуть, чуть-чуть на юг. На юго-запад. Немного, метров, ну, может быть, 50. Не, так же, так же, так же. На юг 20 метров ярче, быстрее. Там 10 человек, а блядь. Не могу, у нас нет запаса. В смысле, стреляй. Чего нету? Патронов нет. Прикажи БМП стрелять ярче. Зону тут сколебали, туда не спавнится. Еще один гарнизон у них стоит, смотри. Да. Все, ты там нигде не ставил спал? Ставил, сейчас перебил его. Крайненько, разбавил.
поставил галик под руину. Три уже гарнизона тут снял, типов прям врагов. Продолжаю шалить. Танк спалил? Да, меня спалил. Эти ранены слева хотели обходить на 10. Танку дальнего. Ой, он мне башню заворачивает. Я не понимаю. Я не хочу здесь спавниться, здесь просто спать. Даже не успеваю. Хрен потеряли, блин. Блять, опять пришел этот снайпер, туда же лег, блин. Там кто-то поднялся. Перед нами выкер. Там, там бежит. Он про вот этот. Зарядка? Да. Сука, блин, камни застрял.